Следственный комитет Дагестана организовал проверку по факту невыплат медработникам положенных денег. По информации ведомства, в интернете появилось видеообращение, которое записали работники скорой помощи города Буйнакска. Медперсонал пожаловался на отсутствие доплат за работу в условиях распространения коронавируса. Нам не выплатили всю сумму, а выплатили почасовую. Из 150 человек получили только 31 человек, и то не полную сумму. Мы весь апрель работали с риском заражения коронавирусной инфекцией. В ходе проверки следствию предстоит установить сумму задолженности и иные обстоятельства, которые привели к нарушению прав медработников. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.